Правительство России утвердило количество квот на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства, разрешений на временное проживание в регионах. В Карелию в 2019 году смогут приехать 350 мигрантов. Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии проведет прием граждан. С жителями встретится руководитель ведомства Александр Воронов 29 ноября с 16 до 18 часов по адресу улица Свердлова, 8. 23 и 24 ноября в Петрозаводске пройдет форум-фестиваль «Семейная Карелия». Это уникальная площадка для обмена мнениями, опытом, решения вопросов родителей, которые уже стали или планируют стать приемными. По результатам первого соревновательного дня на национальном чемпионате «Обилимпикс» в Москве карельские участники заняли 2 первых места и 1 второе в своих компетенциях – психология, экономика и бухгалтерский учет и ремонт и обслуживание автомобилей. 30 ноября петрозаводчане добровольно и бесплатно могут сдать тест по истории Отечества. Акция посвящена 25-летию Конституции России. Тест будет доступен онлайн на сайте проекта 30 ноября с 11 часов. Центр попечения объявил рождественскую акцию. Чтобы стать участником, необходимо купить подарок для ребенка, упаковать, подписать для многодетных, указать для мальчика или девочки и примерный возраст и принести в приходской дом Екатерининского храма.